Проходим на теннисный корт. Говорит Гит про то, что есть детская площадка. Если удастся, мы посмотрим. Пляж муниципальный, но здесь зонтики, лежаки, шезлонги, все есть, полотенца пляжные есть. Говорит о том, что очень много русских отдыхает. В принципе, показательно, значит, для отдыха. Идем к пляжу, идем по территории. Не вижу, если честно, матрасов как-то на лежаках. Территория, смотрите, поливается. Пляж, вот он через променадик, как и в другом отеле. Тоже хорошая, песчаная пляжная полоса. Но здесь, вы знаете, зонтиков, лежаков, ну, как-то вот побольше будет. Теннисный корт мы проходили, но вот детскую площадку я пока лично не увидела. Значит, точнее, по поводу детской площадки, ее еще не построили. Вот они сейчас планируют сбоку от пляжа построить небольшие горочки. Вот на ресторане проходят завтраки. Здесь вечером шоу проходят, сцена. Да, утром все равно высадишь. А, вот говорят, даже есть что-то вроде такой мини-анимации. Спецсцена. А еще важная информация, в отеле нету китайцев. То есть им просто запрещено, запрещен нет продажи этого отеля. Ну, вот это, в принципе, наверное, хорошо, потому что ребята, они такие шумные, создают дискомфорт от отдыха. Называют... Ой, у нас есть... Ага, вот понятно, здесь проходит шведский стол, а все кушают на улице. У нас собирают буфет для завтра. Понятно, да. И здесь накладывают... Ничего с ним, вообще малюсенький. Малюсенький, да. Номер супериор, заходим, тут кресло, чайный набор, чайник, телевизор, тумба, сейф. Ой-ой-ой. Кровать. Но номер, правда, маленький. То есть как-то, в принципе, тут туалет, полотенце есть. И ванна, туалет, и наведется раковина, и, значит, смотрите, вот такой душ, то есть стек там где-то внизу, ну и шторки нету. Стандарт, категория номера стандарт, заходим сразу в шкаф. Что у нас тут? В принципе, только вешалки, есть халаты. Что стандарт мне даже больше нравится. А кровать? Она сказала, что это стандарт. А как это? Это вообще не стандартный у нас. Ты здесь сняла, да? Я сняла, да. Тут это... Или дуплекс какой-то. Сейчас мы еще раз уточним, что это за номер. Тут душевая кабина, тут уже гораздо лучше. Значит, крайнее то, что мы посмотрели, это на самом деле стандарт, это категория сдвоенного стандарта, как нам сказали. Застроились они давно, но сейчас их переоборудовали по стандарту. Номера простые, достаточно, ну, я бы сказала, даже скромные, но все есть для комфортного отдыха. Есть тренажерный зал, есть спа-центр, есть теннисный корт. То есть из, в принципе, того, что, чем можно себя занять, как бы вполне нормально. Да, простенькие на завтраке. Здесь хорошие, как везде во Вьетнаме. Принимающий гид разговаривает по-русски, что уже тоже хорошо. Сейчас я иду и поливает. Поливают опрыскиватели. Очень интересно. Ну, то есть озеленяют территорию, молодцы, умницы, делают все для русских туристов. Доброе-доброе утро. Хочу рассказать вам про каталожную версию, про более общую информацию по отелю Хонгаванг Резорт, троечком. Находится он на Фанранге, в районе Фанранг. Значит,
инфраструктуры рядом как таковой, ну, я не сказала, что ее нет, ее просто очень мало достаточно. Значит, при заселении взимается депозит, это просто паспорт, то есть вам его в начале отдыха у вас забирают, в конце отдыха его отдают. Контингент гостей, в основном отдыхают русские в этом отеле. В 2009 году его построили, в 2016 году отреновировали, то есть, ну, в принципе, еще номерной фонд такой, не совсем, я бы не сказала, что он уставший, но номера очень маленькие, то есть, ну, вообще маленькие. Вот ты заходишь, и так, раз плечом, два плечом, и, в принципе, весь номер. То есть, ну, не... Если вы едете в этот отель, должна предупредить сразу, чтобы вы на номерах не зацикливались, то есть здесь не будет какого-то шикарного вида, шикарного патио, нет, такого нету. Значит, это первая береговая линия, пляж песчаный, как видите на Фанранге. Здесь муниципальный пляж. Оборудование предоставляется на территории отеля. Работает отель по системе питания завтраки. У нас есть бассейн, у нас есть две детские качели на территории. Интернет у нас есть везде. Всего в отеле 42 номера, то есть отельчик достаточно такой небольшой, но очень чистенький. Ну, еще раз повторюсь, вот то, что, ну, как-то немножко так вызвало у меня сомнение, это просто маленький номерной фонд. В принципе, отельчик маленький, компактненький, чистенький, чуть-чуть есть инфраструктуры, то есть максимально спокойный отдых, это вам гарантирует этот отель. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока! Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.